Друзья, потрясающая игра от команды LGD. Просто приятно наблюдать. У комментаторов был невероятный эмоциональный подъем, взрыв. Было очень здорово. И лишний раз мы видим, что в игре очень много решает герой Фантом Ассасин. Вот я хочу просто спросить, что можно сделать с этим героем? И стоит ли этого героя немного ослабить, чтобы он не был так не выделялся среди всех остальных? Хочу问你一下这盘... 就是我们胜利的原因很多取决于这个 PA， 想问你一下 P， 你觉得 PA 这个英雄应该怎么样去削他一下，然后就是让这个游戏更平衡一点？PA 他那个分裂标的天赋太厉害了吧，我觉得，就是他二十级天赋吧，好像太厉害了，这个天赋要改一下，我觉得。А мне кажется, у нее этот талант, когда у нее уже ну до уровня 20, это слишком сильно, это вот это поменять прямо. Остальные все нормально, кстати. Мы уже неоднократно обсуждали ситуацию с Фантом Ассасин, и даже сами игроки говорят о том, что герои все-таки имбалансные, с ним нужно что-то делать. Вчера мы разговаривали с Куроки здесь, и он сказал, что в финале очень хотел бы встретиться именно с командой LGD, потому что у Secret сейчас замена, и они хотят сыграть самым сильным коллективом. Что наш игрок думает по поводу того, чтобы в финале сыграть с Team Liquid? 然后下一个问题是，昨天我们在这里采访了 Kuroki， 然后他说他最希望在决赛中碰到我们，因为秘密现在，因为他们Yabzor不在，所以他们想碰到我们决赛。你有没有？你就是你对这个有什么想法？好的。Хорошо, мы тоже хотим встретимся тогда. Кратко, сестра таланта по-прежнему. Ребята из LGD тоже хотят встретиться именно с Куроки в финале. Ждем развития событий. Возвращаем слово в студию аналитики.